Хей, йога, с вами Шмаки, мы продолжаем проходить игру по названию Dead Space. Так, время подрубаем. Давайте сначала в эту... Так, в эту в комнату войдем, посмотрим. Туалет, да? Но мы не тупые, мы это все дело знаем. Он не встал? У нас много хилок, поэтому нам не страшно, если нас будут атаковать. Скорее всего, он бы в основном встал, когда мы бы в обратную сторону шли. Я так думаю. Так, у нас осталось всего лишь каких-то там три главы, читая вот эту. Воу! Йо-йо-йо-йо-йо-йо! Окей. Я понял, что это прикольно. Ладно, нам в ту сторону. Что у нас по той стороне? Карта. Там тоже что-то да есть. Давайте сходим туда тоже. Мне кажется, хилки лучше немного оставить, да? У меня слишком много хилок с собой. О, здорово. Патроны. Очень большая хилка. Ну... Тоже, знаете, чтобы у меня было все хилками забито, не очень. А у нас магазина нигде рядышком нету, да? Получается. Ну да. Так оно и есть. Ну, о. Я не глупый, поэтому... Я тебе голову вынес. Я ж тебе голову вынес, в смысле? В смысле ты встал? Лень аптехам. Не, нам что-то аптех вообще-то хера дают. Ладно, так уж и быть, значит тут ничего стрёмного. Включено. Все, да? Но все равно, знаете, теперь типа нагнетает обстановочка с именно вот этими люками. Хорошо. Там у нас все еще закрыто. Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. Я уже иду, сейчас, подождите, я вам. Если что, она... Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. У нас воздуха очень много. Так, заметьте, а здесь это... Заледенело. Мне бы хилки куда-то сбагрить. Желательно. Здорово. А мне, в принципе, в эту сторону или в эту? Ой, боже. Сбой системы. А мне туда и сюда. И контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. Давайте в эту сторону. Окей. Thank you.
Бля! Воу! Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтника. Хо-хо-хо. Приятель, ты меня вот это напугал на самом деле. Так, у нас еще минута побегать. Ну, чтоб сзади не напал этот чудик. Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. Сорок секунд, нормально, нормально. А ничего, что мы вернулись туда же? А, мне нужно было датчик найти, все? И вот эти люки пугают. Зона нормального давления. Тут всегда света не было. Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Опасно для жизни. Ладно, не суть, погнали, сохранимся. Не суть, не суть, не суть, мне уже не страшно, да, они типа нападают, но все же. Все же. Куда? Поднимемся и там посмотрим. А, это я сейчас возвращаюсь обратно, где меня могут подзорвать. Ну да, в принципе. Мне ж только туда и через эту херь идти. Я не знаю, он походу хотел вернуться в люк. Но я ему не позволил. Так. Повернуть. Немного вот так. Отъехать. Ну, в принципе, смотрите, мы сейчас вернемся в магазин. И я могу через магазин-то. Там нас еще будет ждать хилок довольно много. Так, а что мне вообще. О, ни хрена себе. Да? Нет, еще. Все? Или еще? О, привет. Все? А где еще одна ручка? Вон ручка. Говорю, где-то еще ручка должна быть. И не встали, это хорошо. Знаете, на самом деле опаснее это большой, когда он собранный. Потому что он довольно много может в себя впитать и не сдохнув при этом. Разобранный, что ему? Несколько атак сделаешь и все. Он трупик. Несколько атак и он трупик. Не, в магазин я по-любому пойду. Что здесь у нас было? Туалет. Вы же снова не нападете на меня в спину. Надеюсь, нет. Так, поехали. Мы делаем вот как. Большая аптечка, переместить.
переместить. Чаем, перемещаем. Пускай все остается. Продать один я оставлю. Переместить. Вот эти я вообще не использую. Пускай два будет магазина. Продать. Так, продать. Все. Итого. Бац, использовать. Нормально. Возвращаемся. Там еще кто-то топал? Я вот не понимаю, они типа хотят меня обмануть и убежать куда-то или что? Пацан, объясни мне. Типа, да, тут решетки есть, он мог бы куда-то в вентиляцию дрюкнуть. Но все же... У меня реакция есть. Реакция хоть какая-то да есть. Так, мы спускаемся. Так, вижу, сохранял. Хорошо. Сохранялка, большая зона потом какая-то у нас. Довольно большая. Смотрите, у нас даже там две, да, выходит? Раз. Потом еще пойдем в большую. Потом большая территория в виде квадратиков. Ваша... Опять этого мудака не было, который восстанавливается. А ваша смерть станет первым. А, где ты? Они испугают вас физическими манипуляциями. Вскоре вы станете выше любой физической формы. Люди, не слушайте их. Это то, что мы искали годы. Мы столько ждали. Так, он взрывается, поэтому их. Нафиг надо. Вернитесь! Вернитесь! Как посмел ты отвернуться от церкви в этот роковой час? Не предавай свою веру. То, что происходит в колонии, это не победа. Это Божий план, да еще невероятнее. На планете под нами мы обнаружили обелиск. Исполняется Божья воля, и мы ее исполнители. Мы вознесемся, и мы всегда это знали. Юниталогия права. Закрыто. Да не испугают вас. Это я? Физические методы трансформации. Вскоре вы станете выше любой физической формы. Глупцы, не слушайте их. Это то, что мы искали. Не слушайте их. А что там у нас? Полезная штука, которую можно продать за косарь. Очень полезно, если за 1000 можно продать. Багри, так сказать. Неженцы. Это Божий план, да еще невероятнее. Ну, поехали. На планете под нами мы обнаружили обелиск. Исполняется Божья воля, и мы ее исполним. Мы вознесемся, и мы всегда это знали. Юниталогия права. А ваша смерть... А тут никого. Станет первым. Я понял, кровати можно передвигать. Делаем тогда таким образом. Ну а шо... А прикиньте, будет враг? Вот этот, короче, который хилится. Мне нужно будет его убивать и вот эти передвигать. Нафиг. Ну, вас нафиг. Рупинка. Так. Оп.
Да. Ну не, ну ты чё? Ну да. Да, это будет сложно. Сделаем тогда таким образом. Я хочу, чтобы у меня потом просто выход отсюда был. А, у меня выхода отсюда не будет. Прикольно. Прикольно, что сказать. Не очень так уж весело. Смотря что здесь тупик. Ну ладно, синтез у меня есть. Бля, сколько тут решеток. Гой, на самом деле лучше подготовлюсь. Как стоять? А у этого нету, да? А вот это вот печально, это вот плохо. Просто я примерно сейчас понимаю, что может случиться. Поэтому нужно план отступления готовить. Неужели ты прав? Шанс того, что здесь будет охотник, и что мне придется под напряжением бежать, открывать это... Бежать, открывать, отодвигать. Ну то, что хотите сказать, тут только один некромор вот это все мог сделать. Я сомневаюсь. Я в этом всем сомневаюсь. На этот раз тебе не сбежать, мой друг. Ты проявлял чудеса находчивости, но сейчас мои творения на свободе, перерожденные в самом горниле жизни, пришел твой час. О чем я и говорил? О чем я и говорил? О чем я и говорил? А как открыть? Воу-воу-воу! Так, там что было, да? Я открыла замок. Беги!
такой замок, я понял. Извини, мне время бежать. Отличная работа, мистер Кларк. Отличная. А теперь я буду ждать вас в отсеке дирекции. Дверь открыта. Поспешите. Айзек, будь осторожен с Кейном. Сейчас его записи мой основной источник информации. Да? Он точно спятил. Его поведение не поддается контролю. И он способен на насилие. Так, а теперь мне интересно, сколько у меня всего. Хилок? До хрена. Хотя у меня и пуль до хрена. Выживем. Давай, пока он там встанет, да. Лифт. Я думал, тут безопасная зона, слушайте. Так, окей. Через магазин сейчас пройдем. Можно позакидывать вот эти вещи, если там безопасно, тоже будет зона. Но желательно бежать. И отхилиться нужно. Эта мразь на меня нападает. И на, в принципе, почему-то так и думал, что так может получиться. Чё-то я так и подумал. Ладно. Продадим стазис. Я не думаю, что он мне пригодится. Если что, купим. У нас 105 кусков. Алло. Хорошо, что он хотя бы здесь не атакует. Что-то именно нормально. Зона безопасная. Так, давайте сразу посмотрим, куда мне идти, чтобы я запомнил. В эту сторону, вниз, и там по квадратикам. Через туалет? Челнок директора и покинешь это место, но сейчас это невозможно. Иди вниз. Прямой. Силовой двигатель челнока уничтожен. Влево. Нет. Не теряй надежды, не теряй. Сначала я сам потерял надежду. А, тю, это хороший. Уничтожить корабль, вывести из строя его системы. Но Америка, она все изменила. Церковь. Они считают обелиск святыней, но они не знают, что тут произошло. Не знают, что они выпустили на волю. Смотри. Смотри на это. Ну? Это что такое? Вот. Что это? Что мы нашли внутри планеты. Мерсер назвал это разумом Роя. Это источник телепатического контроля некроморфов. Мы были глупцами. Но Амелия, она знала, что это можно остановить, вернув обелиск на планету. Обелиск удерживал разум внутри.
Сверни обелиск и снова запечатай разум Роя. Пожалуйста. Хорошо, хорошо. Прости меня, Амелия. В этой трагедии большая часть моей вины. Теперь мой долг положить этому конец. Искупить свой грех. Да вот только ты не будешь умирать, а? Но ты можешь помочь мне. Если ты починишь челнок и погрузишь обратно в него обелиск, мы остановим это. Навсегда. Если все было бы так просто, не было бы еще первой, ну, то есть второй и третьей части, приятель. Короче, бежим по прямой, если он будет. Если этот враг будет, снова бежим по прямой, не оглядываясь. По прямой, налево, налево. Воу! Ребят. Мне сюда как-то выйти надо. Отлично. А не, я думал, этот приятель здесь тоже будет. Так, мне по прямой все равно бежать. Давайте исследуем домики. Ну смотрите, здесь... А не, есть вентиляция. Аудио сообщение. Дневник капитана. Личная запись. Это мое признание. К тому времени, когда запись обнаружат, все мои действия уже оправдают. Я юнитолог. Сейчас уже ни для кого не секрет, что мы находились в системе нелегально, ведя незаконную разработку для компании. Но потом был найден обелиск. Церковь немедленно взяла дело в свои руки, поставив меня во главе этой миссии. И она позаботилась, чтобы большинство экипажа состояло из ее последователей. Моим основным приказом было забрать обелиск с планеты и доставить его на борт. Доктору Кейну, офицеру по науке, эксперту по известным обелискам, предписывалось его исследовать. Как он говорит, в этом направлении уже много достигнуто. Мое решение объявить карантин в колонии вызвало недовольство. Но внизу разразилась какая-то эпидемия, и я не позволю инфекции проникнуть на корабль, когда на борту столь ценный груз, когда мы так близки. Завтра мы вскроем планету и продолжим изучать обелиск. А когда вернемся домой, то передадим все находки церкви. Теперь правительству не удастся скрыть правду. Так, короче, у меня 5, почти 6 магазинов. Обычных, 3 лазерных. Много хилок. Много. Много. А, давайте закончим, я думаю, эту главу, да, сегодня. И... Не, типа, хотя, давайте, ладно, закончим. Мне кажется, здесь уже конец. Походу, мы будем второй раз убивать эту херовину. Да. Сейчас выйдем. И куда-то что-то там вниз, или куда мы там пойдем. Mmm.
А, так стоять. По сути все, да? Да, мне просто внутрь войти, и глава закончена. Давайте, я думаю, так и сделаем. Почему бы нет? Только все облутаем здесь. Пулемет. Кредиты, еще там что-то было, хилка большая. Ну смотрите, по сути здесь вентиляция, и скорее всего нам придется еще сюда и возвращаться. Да не, враги не выскочили. Ну, смотрите, здесь возможно, что враги выскочат, но когда мы вернем... Да не, все-таки кто-то рычит. Все-таки, да кто-то рычит. Вентиляция. Навигационная карта, ясно. Ну ладно, хотя бы двигатели работают. А еще не все карты нашел. Что? Великолепно, великолепно! Подожди меня, я уже выхожу. Нет, еще, ребят, не все. Мне к нему нужно вернуться, типа. Окей. Я думаю, я уже отправляюсь, типа, next мапу. Пробный запуск двигателя челнока. Наивно. Я ведь специально в угол встал, потому что я знал, что... Ой-ой-ой-ой! Воу-воу-воу! Я понял, что делать, я понял. Пока. Все? Меня где-то на две, да? Ранили. Боп-боп-боп. Ну что, но его по сути не должно больше быть. О, привет. Он работает? Да? Да, он должен работать. У нас есть немного времени в запасе, чтобы сделать все правильно. Челнок необходимо вывести из ангара до запуска. Контрольная панель здесь. Ты проследишь за процедурой расстыковки, а я запущу двигатели челнока. Хорошо. Тогда мы объединимся. Поспеши. Я подведу челнок к причальной палубе, а Белис держит там. Не, ну на самом деле уже как бы не стрёмно из-за того, что я убиваю нормально. Типа, с нескольких пуль. Да, вот это, конечно, что вот эти твари начали нападать, это было херово. Замки челнока отключены. Я на пути к причальной палубе. Найди меня там, и мы погрузим обелиск на челнок. Да, скоро я отвезу его домой. Давай.
Не уверена, насколько Кейн контролирует себя, но нам нужен шаттл. Так что давай не портить с ним отношения, пока. Добро, уговорила. Да, по идее, я не думаю, что еще второй будет. Но вот эти черти, похожи на Франкенштейна, в жопу. Так, мне нужно вернуться полностью к челноку, да, в самое начало. Да, все, мы возвращаемся с вами и заканчиваем эту серию. Вторая битва... Ну, блин, знаете, вторая битва на самом деле была немного посложнее из-за того, что... Чисто из-за того, что... Что? Правильно. На нас выскочили эти гады. Скоростные. Да, они типа меня покоцали, но не убили. Потому что мы прокачанные типы. Чем музыка стала? Здесь валялись трупы? Что-то я их не замечал. Ну ладно. Пришло твое время. Не надо бояться. Не надо сопротивляться. Многие прошли перед нами. И сейчас наша очередь вместе переступить порог смерти. Слушай, я убил уже твоего. И позволить будущему свершиться. Так идем же со мной, ибо я узрел лик Господа. Да, походу он... Так сказать, принял свою судьбу. Надеюсь, он теперь рад, что он стал единым. Боже, она даже тебя не превратила. Ты это осознаешь, чел? Тебя просто сожрали. Тебя даже решили не превращать в одного из них. Бога. Вот это реально было сейчас у Бога. Так, давайте я поскидываешь ненужное. Потому что я не знаю, будет ли у нас потом магазин. Продать, переместить, все. Время возвращаться. GG-шка. Просто, ребят, GG. Последние дни выполнены. Миссия у нас, да? Глава. Последние дни. Завершено. Ну, сколько у нас, получается, эта глава вышла? Две серии? Да, сохранить. У нас еще осталось с вами две главы. Глава 11, альтернативные что-то там, миры, наверное. Не знаю, не суть, но мы это с вами узнаем только уже в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте... Я уже говорил, можно не ставить лайки, ладно, все равно. И всем пока.